Окей, всем привет, с вами Дар Ариди, как всегда, и мы продолжаем играть во всякие флеш-игры. Сегодня у нас игрушка Джейк Стив. Так, давайте посмотрим. Очень хорошие оценки, 4,5 звезды. Теперь описание. Вам предстоит работать в кузнице, чтобы сплавить лучшее оружие для армии. Вы будете проектировать мечи, луки, щиты и другие оружия. Когда все солдаты хорошо оснащены, они могут смело идти в бой, чтобы расчистить дорогу, в то время как воины ведут в бой. Вам нужно собирать материалы для новых изделий. Собирайте и смешивайте лучшие материалы, чтобы получать лучшее оружие. Ну что ж, давайте попробуем поиграть в эту игру. Мне предлагают где-то... Давайте сюда выберем. Так, имя. Так. Дар Риди. Окей. Вот такой осел с собакой, короче. Такая картинка. Да, идем дальше. Вот она карта, вот наша тележка. Она должна ехать. На пути, видимо, будут случаться всякие с ними неприятности. Это осел. Собака говорит, там какие-то мыши, какие-то тролли и еще какая-то фигня. Вот, мы трубим в трубу. И вот они, видимо, наемники идут одеваться. Говорит меч мне, скуй мне меч. Давайте скуем ему меч, схуем. Скуем меч. Еще какой-то заказ. Ну давайте, ты что хочешь? Ну давайте сначала меч скуем. Скуем меч. Так, что мне надо? Бесконечно вот у меня материал. Этих пока по нулям. Ну, давайте попробуем. Так, что мне надо делать? Качаем. Качаем. И сколько мне надо качать? Все, хватит качать. Пускаем. Слишком быстро опустили, надо потихоньку. Главное, чтобы все было хорошо. Мечи должны быть хорошие. Видите, вот какой он фиговый меч получился. Теперь стучим. Гуд, хорошо. То есть я должен по краям стучать. Ну, как-то так, короче, более-менее получилось. Так, теперь мне надо попасть по центру. Так, всякие безделушки делаем. Ну, чтобы можно было меч решать. Ну, такую ночь, ну, для первого раза, в принципе, нормально. Он радостный, что хоть что-то есть, да, чем отбиваться. Так, еще кто-то подходит ко мне. Давай поговорим, конечно. Да, меч. Да, я думаю, тебе это повезло, потому что сейчас у нас уже есть опыт. И мы это сделаем дело побыстрее. Так, засыпаем картофель. Или что это там? Разжигаем огонь. То есть мы дуем. И смотрите, ребята, мы потихоньку льем. Такой струей небольшой, чтобы ничего не пролилось. Так, все, вылили. Вот, смотрите, какой аккуратный меч. И потихоньку вот так по краешку мы затачиваем края. Так, окей, теперь насаживаем на меч. Насаживаем так всякие приблуды, чтобы, ну, ручку для меча делаем. Так, ну сейчас у меня, думаю, хороший должен быть результат. Сейчас мне должны показать. 100%! Это просто идеальный меч. То есть я просто сделал офигенский идеальный меч. Ну давайте сделаем еще один. Ну все, картофан засыпаем. Так, огонь. Раздуваем. И тянем за ручку. Потихоньку сливается сплав. Вот. И теперь нужно нам скувать. Ну, вот так по краю вот. Идем. Нужно пройтись как можно больше. Все. Ну, я думаю, не на 100%, но на 95. 90-95, я думаю, должно быть. Так, ну вот так на глаз примерно надеваю.
Ну вот в трасс был 100%, я не знал, какой этот. Но это будет навряд ли 100% все. 99%, короче, ну это, да, это небольшая помарка была. О, вот, мне дали 31 бонус какой-то. И мы едем, короче. А, вот, на пути нам кто-то попался. Вот, и из мыши, короче, вот всякая фигня выпадает. Нам надо ее собирать. Какие-то кристаллы зеленые, да, мы собираем. Победили, второй. Так, какой-то... гусь какой-то, или кто это? Червяк. Победили червяка. С червяка выпал лук, приблуды всякие, мы собираем все. Не знаю, получится у нас нет победить, но пока все живые, это хорошо. Когда их три, они лучше справляются. Да, не знаю, сможем мы, нет. Да, а, мы выиграли, ребят, мы выиграли. Прошли уровень и все собрали. Классно. Так, продолжаем. Continued. Так. Это реклама, видимо. Лук. Мы теперь сможем собирать лук. Классно. А, вот, едем дальше. И нас тут остановились, короче, остановили. И он, короче, говорит, собака, там мыши какие-то, змеи, пауки, там. Там ужас какой, в общем. И я отрублю. Фу. О, петух какой-то подошел, короче. Эй, ты, петух, что тебе надобно? Лук, петух попросил у меня. Послал бы я его, ну да ладно. Сколько ж петухов-то тут развелось? Ладно, что тебе нужно-то? А, ему ж лук нужен. Ну, давайте лук сделаем, раз попросил. Ну, для лука нужно вот это. Какие-то какашки, ладно. А, так, огонь. Раздуваем огонь. Гасим. Давай. Так, идет, все. И выливаем наш сплав. А зачем вообще железо для стрел, наверное? Так, нужно, короче, оттянуть. Так, ну, в общем... Не, давайте чуть-чуть вот так. Вот, оттянули так. Это куда мне, наверное, сюда надо сделать? Так, сюда наконечник. Окей, сюда. Для баланса, видимо, для балласта. Ну вот, сделали. Сейчас посмотрим, насколько хорошо мы сделали. На 100%. Идеально. Хорошо, что тебе надо? Меч ему надо, говорит. Ну? А тебе лук. Меч и лук. Ну, давайте, вот для лука мне еще хватит. А, это вот уже придется вот такой лук делать. Закончилось железо хорошее. Ну, из говна сделаем. Можно и из говна конфетку делать, как говорят. Ладно, извините за выражение. Вообще, если вам не нравится, что там бывают маты, вы мне так и говорите, потому что... Все для вас, ребят. Я, ну, не хочу как-то испортить свои обзоры. Немножко вот так. Нет. Чуть пониже. Да, вот так будет идеально. Так, такая красная фигушка. Сюда поставим. А, наконечник для стрелы. О, для баланса. Для балласта. Такое у меня не было так. Ну, насколько мы сделали. Что такое? А, еще не все или что? Нифига не понял. Финиш. Почему-то нельзя. Лук-то. Вот он, лук просил. Я говорю, хочу лук. А, ну забирай свой лук-то. Все, сколько? 100% все. Замечательно. Меч он просит. Ну давайте сделаем ему меч, раз просит. Так, высыпаем картофан и качаем. Раздуваем огонь. И потихоньку вот так сливаем эту жижу, чтобы ничего не пролилось. Так, хорошо. И куем меч свой. Сколько у меня? Ой! А, нет, еще есть. Рано.
огорчался. В общем, нормально, я думаю, должно быть. Вот такого у меня ничего не было, да, давайте его наденем, раз есть. Хлобысь, короче, там, рукоятку, и закроем это все колпачком. Вот такой меч, ну, с виду выглядит классно. Сколько мне дадут? А, 98%, видимо, чуть-чуть где-то накосячил. Ну, да ладно, я думаю, все нормально. Бонус дали 10 камней. Идут, короче, они разбираться, что же фигня случилась на дороге. Так, у меня 2 лучника и 1 мечник. Самое главное, чтобы мечник как можно дольше продержался, потому что с мечником нам будет попроще. Лучники быстро погибнут. Мечник должен охранять лучников. Я думаю, мы должны победить, потому что мы хорошо снарядили своих. Вот, глист, короче, надо глиста нам победить. Ну, глист не такой уж сильный. Дальше паук будет. Паучок, паучок. А вон он, видите, вот, собачка едет и наблюдает издалека. А все ли там в порядке у меня? Хреново у меня там дела. Так, и вот мы собрали сундука. Все забираем. Весь приблуд. Круто, континуум жмем. Так, в принципе, сколько нам еще далеко ехать? Пушка какая-то появилась. В принципе, не так далеко. Мы уже половину пути прошли. Посмотрим, что нас ждет дальше. А, осел вот он появился. И собака, короче, говорит, там какие-то растения и хрень всякая прочая, нечисть. Нам надо... О, гусь, короче, подошел ко мне. Здорово, Хели говорит. Кто он? Так, что надо? Overhair. Ну, что тебе надо? Он, короче, вот я могу у него покупать за этим, как их, зеленые кристаллы, что-то. Ну и что мне у тебя купить? Давайте купим вот тебя купим. Да? Тебя купим. А он радостно такой, радуется, типа, все круто. Блин, всякие приблуды, короче, не можем покупать. Но у меня денег мало. О, новые книжки какие-то появились. Я не знаю, что тут могу делать. Новые стрелы какие-то. Ладно, я думаю, мы и так справимся. Лук, говорит мне. Скуй. Ну, раз лук, так лук. Так, да, давайте хороший лук сделаем. Качаем огонь. Раздуваем огонь, точнее. И потихоньку сливаем эту жижу. Так, слили, окей. Натягиваем тетиву. Оп, думаю, нормально. Или давай чуть поменьше. Вот так, думаю, будет нормально. Так, что я могу? Вот это я могу, да, вот это я покупал. Видимо, дорогой. Ух ты, давайте вот такое наденем, это будет, я думаю, классно. А, кривоваста сделал. Если кривоваста, то тогда баланс будет по... Такой похоже. Финиш. 91%, да, из-за немножко неправильно собрал. Ладно, ничего, у меня еще один заказ лука. Давайте сделаем хороший лук. Из хорошего металла. Разжигаем огонь. Там достаточно. Давайте еще пару раз. Так, все, сливаем жижу. Потихоньку, плавно, не торопимся. Так, слили, натягиваем леску. Нет, плоховато. Плоховато. Да, я думаю, нормально так. А, да, вот это давайте оденем золотую. И вот такую наконечник наденем. Да, он крутой. И такую тоже крутую фигню. Да, мне теперь мощный лук.
Ура! Повезло тебе, чувак, все 100%. И что ты хочешь? Меч хочешь? Хитрый какой, хитрец. Так, закончилось у меня. Ну, туда буду довольствоваться простым мечом. Так, раздуваем огонь. Идем сливаем жижу. Не торопимся. Так, теперь нужно обстучать меч. Также не торопимся, по краю все обходим. Все, гур. Не пишут, типа, все хорошо. Так, давайте. Ух ты, смотрите, как эпично. Да, давайте его наденем. И рукоятку тоже хорошую наденем. И я могу тоже какую-нибудь приблуду вот такую сделать. Да, классный меч, красивый меч. Это еще надо следить, то есть за монстрами, какие монстры, то есть определенный меч для определенных монстров. И мне дали бонус. Пошли, короче, разбираться с отморозками. О, вот, я теперь могу периодически сбрасывать камень. Что мы будем делать? Так, вот. Вот он, камень упал. Да, мы вполне хорошо справляемся с врагами. Так, почаще камень бросаем. О, нифига себе, он голову, короче, оторвал себе. И запустил в нас, и опять с головой остался. Так, ну, периодически камень бросаем. Вообще легко справляемся. То есть очень хорошо. Вот вы тоже старайтесь, ну, продолжать в таком же духе. Много-много-много всяких полезных вещей. Так, какие-то чертежи. Много чего интересного выпало. Ну, я не знаю, я думаю, стоит закончить этот обзор. Если вы хотите продолжение, просто попросите меня. Вот новое оружие появилось. Теперь смогу снаряжать своих. А причем до финиша-то осталось чуть-чуть, да. Давайте поторопимся, и я думаю, сейчас мы должны победить. Пчелы появились какие-то. Змеи коварные, всякая нечисть и прочее. Козел такой. Что тебе надо, козел? А мне надо эту. Топорик. Ну, топорик так топорик, да. Давайте сделаем хороший топорик. Топор я еще не делал, будет интересно. Так что мне не надо, нельзя лохануться. Так, следи вроде хорошо. Так, значит. Нужно правильно надеть. Так. Это значит вот так. Не знаю, хорошо или нет, по-моему, хорошо. Так, теперь палку надо вставить. Палочка. Палочка-выручалочка, потом. Ну, конечно, давайте хорошее сделаем. Вот. Тут такой вот топор получился. Не знаю, хорошо, нет. Ну, он рад вроде. 66%, да, не очень хорошо, но хоть что-то. Тоже просит топор. Смотри, как много их подошло. Давайте мы сделаем простой топор. Стараемся сейчас получше сделать первый раз. Хреново у меня получилось. Не, ну, лучник, я думаю, тоже хотя бы один, ну, должен быть. Сейчас попробуем, ничего. Так, вот раз. Вот два. И вот три.
Так, ну вот так вот. Сюда ставим палочку. Сюда. Держаловку. И вот давайте вот такой колпачок наденем. Надеюсь, хорошо. Вроде выглядит нормально. Все равно 66%. Что-то как-то неправильно сделаем. И лук. Давайте сделаем лук. Лук у меня более-менее получается. Да, хороший делаем лук. Так, подождем огонь. Ждем-с. Так, и выливаем эту жижу. Так, хорошо получилось. Натягиваем тетиву. Причем мне нравится, что я могу вот лук немножко поправить, как мне нужно. И, по-моему, сейчас, я думаю, не на 100% будет хороший лук. Зато вот такую вот давайте оденем. Думаю, это будет круто. Не 100%, 95, ну, нормально. Плюс дали бонус. Сейчас посмотрим, справимся, нет. Ну, шмель, он сильный. Так, идем дальше. Блин, кое-что пропустили. Ладно, шмелей надо загонконить. Значит, я думаю, должен полегче быть. Прыгучие такие. Козлы. Козыли. Ждем. Давай, давайте этого отморозка за фигачим. Ну, давай уже. Ну все, один козел сейчас сдохнет. А следом и второй, конечно же. Ну, ёлы-палы, убежал, трус. Трусы. Трусишки. И второй убежал, испугался глиста, что ли, блин. И поди, индюк тоже убежит, или петух, кто он. Да, конечно, убежит. Нафиг, некрасивый глист. Ну ладно, мы прошли. О, появился какой-то, смотрите, новый. Новый уровень. Ой, ну новый уровень вы уже начнете без меня. Вот, а я с вами хочу попрощаться. Вот, до скорого, ребят. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. В общем, ведите как-то себя активней. Вот, рад за то, что вы смотрите мой канал. Рад за себя, рад за вас. В общем, давайте, ребят, до скорого. Все, всем пока.